Всем добрый день! Сегодня буду снимать такой предновогодний влог. Тем более, меня некоторые просили показать, как украшена квартира к Новому году. Но боюсь особо удивить вас, мне нечем. Но, тем не менее, я расскажу о некоторых событиях, связанных с Новым годом. Во-первых, сегодня у меня спонтанный выходной, так как у Богдана сегодня днем в садике утренник, и мне с работы отпустили, то есть разрешили сегодня не выходить. И я вот собралась, и Богдана сейчас буду собирать, и мы пойдем в садик. И я тоже там поснимаю и выложу обязательно. Кроме того, в субботу, сейчас у нас вторник, да, в эту субботу у Богдана в танцевальном коллективе был Новый год, и они снимали Дворец культуры. Ну, танцевальный кружок, да, школа снимала Дворец культуры, где дети, опять же, выступали на сцене с танцем, которые вот, ну, репетировали и тренировались танцевать на протяжении с последнего выступления, то есть, ну, осенью, да. И это был, в принципе... Богдан, я попросила не заважать. В принципе, это был почти тот же танец, который вы видели в октябре, он выступал первый раз на сцене. Маленьких таких детей нет смысла очень быстро обучать каким-то все новым и новым танцам, ну, я уже рассказывала. И это был танец с некоторыми новыми, тот же танец с некоторыми новыми элементами. Ну, конечно, тот танец, который Богдан танцевал в октябре, он его вызубрил просто наизусть, и те танцевальные, так скажем, элементы, которые были в прошлом танце, он очень хорошо танцевал, выполнял практически безупречно и очень хорошо, ну, не буду говорить идеально, а новшества с новшествами так, ну, слегка тормозил. Но все-таки это дети, поэтому к этому следует относиться с небольшой долей лояльности. Детки, с номером ДОС в стиле диско-программы встречаем наши юные таланты! Медвежонком, и мы пойдем в садик на утренник. И сейчас вам покажу, так скажем, новогодние украшения моей квартиры. Ну, я вам сразу хочу... Водя, будь ласка, я попросила не заважати. Но сразу хочу сказать для тех, кто просил меня показать, как я украшаю квартиру к Новому году. Я абсолютно не люблю этого делать. У меня почему-то никогда не хватает ни фантазии, ни желания. Хотя я люблю, когда вот что-то украшено... Богдан! Хотя я люблю, когда что-то украшено, и попадать в такие места, где украшено, но самой обычно мне не хватает, как это, натхнения на русском. Забыла слово. Не хватает вдохновения, вот. Когда у меня не, когда еще не было ребенка, ставили большую елку, но, Богдан, я попросила, ты сказал, что не будешь заважать. Ставили большую елку, ну, в смысле большую, обычную, живую, нормальную елку, но сейчас этого не делаю, потому что у меня есть вот такие вот один гаврик, там вот есть, ой, у меня там немытая посуда, там вот есть второй гаврик, и они мне елку портят постоянно, вот, поэтому у меня все по минимуму, сейчас вам покажу. Вот наша такая маленькая елочка, которая падала с этого места. Она вообще стоит на полке над столом. Там вот стол. И эта елка падала с этого, с
этого места 3 раза, потому что кошка, она никогда не запрыгивает наверх этой полки. Но именно в тот момент, когда там появилась елка, то, естественно, на эту полку надо запрыгивать по 30 раз на день. И эта елка у меня постоянно падает, постоянно я собираю упавшие шарики, вешаю на нее снова и ставлю ее на место. Когда я прихожу снова с работы, я обнаруживаю, что елка опять упала. Ну, в общем, как-то так у нас проходит подготовка к Новому году. Далее у меня есть гирлянда, как это называется? Ну да, гирлянда. Гирлянда с фонариками, которую я очень люблю. Вообще гирлянда — это одно из моих самых любимых аксессуаров на Новый год, ну, украшений, квартиры. Она у меня висит через кухню, ну, через половину кухни, вот там сверху на карнизе и свисает вот так вот возле плиты. И она мигает разными режимами. Также у меня здесь висят снежинки. Вот одна. А вот тут вторая. С кухней, пожалуй, все. В комнате у меня, так скажем, такие тоже небольшие вкрапления новогоднего настроения. Всякие такие игрушечки. Вот одна, вторая. Часы дождиком обиты. Далее на люстре вот висит дождик. Тоже снежинки. Елочку. Мама елочку принесла, кстати, приклеила. Вот такую Богдан оторвал оттуда маленького Деда Мороза, который теперь торчит вот здесь. И там тоже висит дождик на картине. Ну, в принципе, с новогодними украшательствами дома это и все. Я вам рассказывала, потом рукой нечаянно натолкнулась на что-то мокрое и очень испугалась. А оказалось, что это кошка сидит здесь, и я натолкнулась на ее мокрый нос. Да, Нилька? Да, Ник. Все, мы уже будем собираться в садик на утренник. Приготовьтесь! Посох чарівний! Давайте! Посох чарівний!